Приветствую всех посетивших наш интересный и познавательный канал «Современные родители». Рада вас видеть и очень надеюсь, что вам у нас понравится. В моем сегодняшнем видео я расскажу вам о машинках, предназначенных для удаления катышков с одежды, о практически волшебных устройствах, которым под силу быстро и бережно придать идеальный вид трикотажным, шерстяным и вязаным предметам одежды и аксессуарам. Современные производители не устают радовать потребителя разнообразными моделями устройств, предназначенных для обновления одежды и очищения ее от некрасивых комочков ворса и пыли. В интернет-магазинах представлены приборы, работающие от батареек и от сети, умеющие срезать катышки и очищать одежду от грязи, дорожные и полноразмерные устройства. Сегодня я представлю вашему вниманию 5 лучших машинок для удаления катышков и расскажу об их особенностях и отличительных чертах. Ссылки на каждую модель я оставлю в описании под роликом, чтобы вам было проще найти ту машинку, которая вам понравилась. Желаю приятного просмотра и надеюсь, что вы не забудете поставить лайк сегодняшнему ролику и подпишитесь на наш канал. Если вам есть что рассказать, не стесняйтесь и пишите свои мысли в комментариях под роликом. И обязательно нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите мои следующие видео. Итак, переходим к топу. Компактная, красивая и эргономичная машинка Philips GC026 – это по-настоящему полезный и удобный домашний помощник, который легко удалит катышки с любых тканей и материалов, придав любимой одежде свежий и аккуратный вид. Прибор работает всего от 2 батареек, заряда которых даже при ежедневном использовании хватит на несколько недель, а эргономичный корпус легко удерживается в руке. Отличительной особенностью модели является широкое лезвие, с помощью которого владелец одним движением обрабатывает гораздо большую поверхность ткани, просто, легко и быстро приводя одежду в идеальный вид. Отменная эффективность очищения достигается благодаря острому и тонкому лезвию и высокой скорости его вращения, достигающей 8800 оборотов в минуту. Также имеется возможность регулировки высоты стрижки. Любители чистоты и аккуратности оценят и специальный съемный контейнер, в который попадают срезанные катышки. При этом заполненный контейнер легко и просто снимается и очищается, после чего прибор сразу же готов к использованию. Машинка очень компактна и не требует много места для хранения. Микма IP1002 – это по-настоящему уникальное устройство, ведь в отличие от большинства аналогов, ей для работы требуются не классические батарейки, а розетка, ведь эта модель работает от электричества, отличается удобной эргономичной ручкой и имеет достаточно длинный шнур для более удобного его использования. Машинка демонстрирует отменное качество при удалении катышков с поверхности трикотажных и вязаных вещей, аккуратно состригает тканевые комочки с полотна и делая поверхность одежды более ровной, гладкой и обновленной. Имеется регулятор высоты стрижки, позволяющий подобрать нужную величину в зависимости от вида и состояния конкретной ткани. Счищенные комочки накапливаются в специальном контейнере, который легко снимается и очищается одним движением руки. Использование прибора достаточно простое и интуитивно понятное. Достаточно разложить ткань на ровной поверхности, разгладив случайные складки, включить устройство в сеть и аккуратными круговыми движениями очистить ткань от катышков, легко и быстро приведя в порядок любимые шерстяные, трикотажные свитера, кофты и другие изделия. Уникальное устройство от известного китайского инноватора – машинка для удаления катышков Xiaomi Dirma DEM MQ811. Отличается от аналогов наличием аккумулятора, что делает устройство мобильным, удобным и при этом независимым от наличия сети или разряженных батареек. При этом прибор не только аккуратно срезает катышки с ткани, но и удаляет с одежды грязь, минимизирует сваливание волокон и препятствует скоплению в волокнах пыли или частичек кожи. Электродвигатель обеспечивает скорость вращения острых лезвий до 7000 оборотов в минуту. А трехлопастная крыльчатка создает обратный поток воздуха, который слегка приподнимает катышки над тканью, упрощая их удаление и сводя к минимуму возможность повреждения одежды при обработке. Корпус прибора выполнен в форме буквы «Т», что позволяет удобно удерживать машинку в руках, не допуская излишнего напряжения запястья. Приятно радует и наличие
защитной сетки, отделяющей режущую кромку ножа от ткани, препятствуя ее случайному повреждению. Аккумулятор заряжается через привычный USB-порт, но и во время зарядки вполне можно пользоваться прибором по назначению. Машинка для удаления катышков Maxwell MW3102 порадует весьма доступной стоимостью в сочетании с высокой функциональностью, отменной эффективностью и великолепным результатом работы. Корпус устройства компактен, эргономичен и удобно удерживается в руках при использовании. Прибор оснащен острыми стальными лезвиями, абсолютно безопасными даже для самых тонких тканей, благодаря специальной защитной решетке, прикрывающей режущую часть и препятствующей возможному повреждению устройством деликатной ткани. Срезанные катышки попадают в прозрачный контейнер, что позволяет легко отследить его заполненность и своевременно снимать и очищать его для повышения эффективности использования прибора. Для работы машинки требуются две стандартные батарейки, которые легко можно заменить в случае, если эффективность очищения тканей от катышков снизится. Управление прибором осуществляется при помощи расположенного на корпусе переключателя, удобно располагающегося в доступном для пальцев месте. Модель Xiaomi Dirma Hairball Trimmer – это не просто машинка для удаления катышков. Это настоящий комплекс 2 в 1, который оснащен не только острым ножом с тремя лезвиями, легко и аккуратно срезающими катышки с ткани, делая ее гладкой и нежной, но и своеобразной альтернативой липкому ролику, специальной щеткой, размещенной под колпаком и умеющей удалять с ткани волосы, ниточки, шерсть домашних питомцев, пыль и прочее. Прибор работает от собственного аккумулятора, заряжается от стандартного USB-порта, оснащен хорошим производительным двигателем, а скорость вращения режущих лопастей достигает 7000 оборотов в минуту. Для защиты ткани от возможного повреждения лопасти устройства отделены от одежды съемной сеткой из нержавеющей стали, обеспечивающей минимальный зазор, необходимый для срезания катышков. Компактное и небольшое по размерам устройство можно брать с собой в поездки и путешествия, поскольку оно подходит для любой ткани и любого типа одежды и может применяться в любых условиях. Отличительная особенность модели – наличие защитного колпака, упрощающего процесс хранения и перевозки машинки. Это была последняя модель в сегодняшнем топе. Ссылку на нее и на все предыдущие машинки для удаления катышков я оставлю в описании под видео. Если какая-то из моделей вам приглянулась, желаю вам приятных покупок и только положительных эмоций от использования. Дорогие родители, а среди ваших бытовых помощников есть машинки для удаления катышков? Какие модели вы предпочитаете и почему? Пишите в комментариях, буду очень рада вашим отзывам. Благодарю всех за просмотр и надеюсь, что вы не забыли поставить лайк сегодняшнему видео и уже подписались на наш канал «Современные родители». Заранее признательна всем, кто останется с нами. А чтобы не пропустить новые видео, нажмите на колокольчик и ждите уведомления от YouTube. Желаю вам добра, удачи и всегда идеального внешнего вида. До новых встреч на нашем канале. Пока!